Привет, ребята, меня зовут Алмазник, и сегодня я вам покажу топ-5 креативных домов. И что ж, давайте начинать. Вот первый дом. Вот, во-первых, у него вот такие двери. Это дом, который на 5-м месте у нас, это 5-е место. Вот, у него такие двери, мы заходим в них и видим аквариум с треской. Ну и так, сундуки тут стоят, верстак и кровать. Ну еще тут 4 печки сверху. Ну вот такой вот маленький дом. Да, хотя он небольшой, это просто аквариум занимает очень много места. Это типа такое окно с рыбками. Да, это очень прикольно. Ладно, пошли к следующему дому, ребят. Вот следующий дом, это дом из стекла. Да, ребят, он не такой уж и богатый, тут это мало вещей, тут 3 печки, 3 верстака, 2 сундука, кровать красная, на которой спать можно только ночью. Ну, в принципе, все, вот такой вот красный стеклянный домик, да. Вот, тут снизу стоят ступеньки, пол тоже полностью из стекла состоит. И все вот это вот из стекла. И тут еще идет чередование. Печка, верстак, печка. Верстак, печка, верстак. Да, вот так вот прикольно тут все. Ну и что ж, вот выходим из него. Кстати, я забыла вам еще сказать. У этого дома вот такие вот еще стекла классные. Красно-белые. И еще в том аквариуме, который полностью из обычного стекла состоит, там есть красное стекло. Ну, чтобы было креативнее, да, чтобы было круче вообще и прикольнее. Ну да. Вот так вот все. Вот, можно там что-нибудь на верстаке скрасить здесь тоже. Ну и давайте переходить к следующему дому. Следующий дом, это у нас дом молекула. Да, я тут даже табличку поставила. Я тоже на одном доме поставила табличку. И вы только посмотрите, как тут круто. Да, на потолке вот такое вот стекло стоит. Тут две красных кровати. Ну и тут еще два окна. Две лестницы тут стоит. И вот так вот все идет. Там стоят сундуки, вы уже это заметили, наверное. Вот, и тут стоит это, как сколько их там? 8 печек и 2 верстака. Ну да, ребят, вот так вот все круто. Здесь у нас чисто сундуки. Ну да. Вот, и тут еще красное стекло везде стоит. Да, вот так можно посмотреть. Ох, как круто. Можно посмотреть на стеклянный дом и наш первый дом. Ох, да, это очень круто, ребят. И вот еще даже вот два вот таких вот стекла можно на пустыню посмотреть. Вот, да, давайте поднимемся на следующий этаж. Тут-то да, просто тут ничего нет. Да, вот так вот все просто. Вот, тут тоже есть два окна. Можно посмотреть на пустыню тоже. И вот еще такое окно. Да, можно на лес там посмотреть, на два наших предыдущих домика. Вот, и еще тут на крыше тоже есть кое-что. Вот, два сундука и картографический стол. Тут надо карты делать, ребят. Да, и что ж, давайте это... Выйдем из этого дома, я вам покажу, в чем его фишка. Фишка в том, что он выглядит как молекула. Вы посмотрите только. Сзади не очень примечательно выглядит. Вот так он выглядит сзади. Ну, тоже прикольно. Можно добыть прокопаться. Ну ладно, не хочу добыть прокапываться. Это долго будет. Вот, и вот он тут из таких ступенек сделал. Можно вот так вот сделать. Да, ребят, круто, прикольно. И тут еще назаритовый забор стоит. Обязательно его можно ставить? Нужно ставить. Ну, мне кажется, все-таки нет. Вот, и красное стекло. Пол тут стеклянный, из красного стекла. Да, можно вот так вниз смотреть, что выглядеть. И выживание, прыгать, вот так умирать. Да, ребят. Ну, вот такой вот прикольный дом. Стоп. Сейчас гроза.
О, да, сейчас гроза, ребята. Можно поспать в нашем домике, и гроза пройдет. Вот, все, солнышко, ура, хорошо. Ну что ж, давайте переходить к следующему дому. Следующий дом, это у нас дом в Макдональдсе, да, очень прикольно, очень круто. Давайте в него войдем. Тут две вот таких вот двери из темного дуба. И вот такие вот две секретные постройки. Это стул. Давайте я вам покажу, как построить эти секретные постройки. Они строятся очень легко. Это самые легкие секретные постройки в мире просто. Давайте я вам покажу, как они строятся. Давайте возьмем рельсы, значит, вагонетку. Еще нужны любые двери абсолютно. Но я возьму и еловые, потому что еловые тут больше всего подходят. Давайте сейчас вам покажу. Хоп. Ой, хоп. Ну вот еще два люка нужно. Тоже лиловый. Вот, берем два еловых люка, спавним сюда вагонетку. Я неправильно поставил люк. И второй тоже неправильный. Давайте их правильно поставим. Опять неправильно. Да что ж такое-то? Вот, вот так вот. И с этой стороны так, точно так же. Да, давайте я вам сейчас это продемонстрирую. Давайте вот так. Вот, сейчас, погодите, ребят. Сломал. Ну да, ладно. У меня нет в инвентаре бетона. Да что ж такое-то? Вот, заходим сюда. Забираем вот этот черный тент. И, да, я не ошибся, это черный. Давайте вот так вот. И вот так вот. Спавним сюда вагонетку. И закрываем люк. Ну, вот все, в принципе, стул готов. А столик это просто люк и заборчик, да. И смотрите, что тут есть. У нас есть тут. Это типа кухня. Стол зачарования. Вот. Стол зачарований. Починить и снять чары. Печь, наковальня, картографический стол, печь, плавильная печь, коптильня, печь, создание. Да, вот так я прикольно сказала. И тут еще есть люк специально, чтобы входить. Это, вы поняли, типа такая дверь. Да, и можно подняться на крышу. Да, давайте сейчас поднимемся как раз на нее. И тут нужно отстреливаться от мобов из какого-нибудь лука крутого или арбалета. Да, давайте в кого-нибудь постреляем сейчас. В принципе, вот, надо какого-нибудь найти моба. О, ребят, вон там наш следующий дом. И давайте вот в эту нитку. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вы видели? Я попал. Я молодец. Ребят, я молодец. Раз и Нина. Можно здесь? Да, можно. Ну и давайте переходить к следующему дому. И следующий дом — это у нас дом в песочных часах. Да, ребят, давайте мы выстрелим. Вот так вот. Все, я бы выстрелил. И вот какой у нас домик тут есть. Вот, на первом этаже у нас тут стоят сундуки, создание. Сундук края, большой сундук. Тут стоят барьеры, вот, эта лестница висит на барьерах, не переживайте, ребят. Ну да, вы можете без барьеров построить, но так, мне кажется, как-то эффектнее выглядит. Чисто печки, ну чисто печки. Ой, ребят, я забыл кровать поставить. Самое важное просто, что тут надо. Давайте возьмем и поставим. Это как вообще дом без кровати, это вы представляете возможным? Дом без кровати. Давайте ее сюда поставим. Ну что ж, ребят, вот такой вот сегодня ролик получился. Всем удачи и всем пока.